Доброе утро. Это 8 часов вечера. Мои ребята играют. Окей. В баре, как нормальные люди. А я сижу, я только что проснулась. Меня нет на концерте, потому что я заболела. Я хотела приехать и играть, а мне не дали. Мне сказали, сиди дома, летись. Вообще, я давно не разговаривала с камерой, а когда я болею, я всегда хочу разговаривать с камерой. Потому что я еще могу делать, когда я болею? Вообще, там, что, как дела? Смотрите, у меня проблемы со стеной. Вообще, я начала снимать, потому что мне приснилось, что музыка упала. В смысле, вообще ее не стало. Знаете, с чем это связано? Давайте я просто поделюсь. Не знаю, кому вообще это надо. Ну, короче. Вот слушаешь музыку, да? Ту, что сейчас выпускаю. И хочется плакать. Не потому, что у меня такое настроение. Или музыка такая красивая. А потому, что она такое говно. В основном, почему-то люди сейчас выпускают такую ерунду, что ты думаешь, как музыкант, блин, вот как вообще это все обойти? Ты видишь, как люди стремятся идти за вот этой поп-индустрией электронной. У кого-то, допустим, получилось, да, и там даже 50 человек, у которых вообще ни хрена не получилось, а они все равно решили это выпустить и назвать это даже песней на свой страх и риск. Понимаете, получается, что если вы следуете за индустрией, то вы никогда не будете писать свою музыку. Понимаете, нет, да? Если вы делаете то, что вы хотите делать, выходит, вы всегда будете в плюсе. Если вы будете делать то, что хочет индустрия, в общем, да, то получается, что вы всегда будете просто в погоне. Это имеет смысл для вас? Это я обращаюсь, наверное, не к вам, а к себе. А знаете, когда я была поменьше, я писала очень странную музыку для меня. И я ее вообще выкинула куда-то. Потому что она не была похожа на то, что я слушаю. И я очень расстраивалась. Я думала, блин, кто же будет покупать мою музыку, если она не похожа. Сейчас, ну, как-то лет, типа, 6, не знаю, назад, начала писать что-то похожее на поп-музыку. Не все песни такие, но половина уж точно такие. И я такая обрадовалась, думаю, да, вот это поп-музыка. А потом такая, а зачем мне это надо, вообще не понимаю. Да и смысл вообще теряется. Нет, она хорошая, то, что я написала, мне нравится. Как-то так вышло. Но сама идея вот этого, делать то, что в основном люди делают, зачем это надо. В общем, обращаюсь ко всем музыкантам, вообще ко всем деятелям чего-либо. Просто делать то, что делается. Блин, ведь это была вообще моя изначально идея, вы знаете? Писать то, что пишется. Наверное, мои ребята уже отыграли один сет. Это так ужасно. Сидеть дома, когда твоя группа играет. Ну да, они посмотрят это видео, наверное, и скажут, вот ты там что делаешь, значит, да. Я спала только что. В общем, да, это были мои маленькие мысли об поп-индустрии, о том, что надо делать, а что лучше не делать. А вы как? В порядке? Мое первое летнее видео наполнено скрипами и хрустами в суставах. Скоро умру. Ладно, пока.